Начнем с происшествий. Несколько крупных аварий произошли в минувшие выходные в Ангарске. Так, на пешеходном переходе на Ангарском проспекте была сбита женщина. По информации ГИБДД, виноват водитель. Пострадавшая получила ушибы и была доставлена в больницу. Накануне вечером произошла крупная авария и на виадуке в районе станции Суховская. Там столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry. В ДТП пострадал еще один автомобиль, который двигался следом за Toyota. Из-за аварии образовалась большая пробка. В результате данного дорожно-транспортного происшествия травмы получили как водители автомашин, так и пассажирка автомашины Toyota Camry. У них зафиксированы закрыточерепно-мозговые травмы, а также переломы. На текущий момент сотрудниками госавтоинспекции по всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. После ее проведения в отношении виновников будет принято процессуальное решение, а также виновники будут наказаны согласно административному кодексу. Также сотрудники ГИБДД в минувшие выходные провели рейд по выявлению пьяных водителей. Проверили более 5000 автомобилей и задержали 26 человек в алкогольном опьянении. Нарушителей порядка привлекут к ответственности в соответствии с законом.